Всем привет, с вами Рэдисон и мой соведущий Ванюха, он же по совместительству мой сынок. Сегодня мы вам с Ваней покажем, что будет, если засунуть мыло в микроволновку. Папа, знаешь, что я не мыло вообще засуну, где-то такая большая каша. Да? Пойдемте это проверим. Ассистент, берите мыло, у нас тут очень много мыла, всякого разного разноцветного. Мама нас, наверное, потом убьет, если мы его сейчас все испортим. Так, вот наша микроволновка. Эту мы уберем, крутящуюся. Крутящиеся моменты все мы уберем. Так, вот давайте зеленый кусок положим. Вот обыкновенная белая. Если белая будет, будет каша. Белая. Вот, давайте вот и это, и дегтярная. Что будет положить дегтярная? Ассистент, закрывайте. Включай. Ну ты секунд. Ты че, иди смотреть. Ставим на время на максимальное. Я так думаю, что здесь видно все-таки не будет. Потому что это сетка. А с открытой дверью работать тоже не будет. Давай откроем дверь. Да еще рано. Почему? Она же уже... Отмывать, Ванюха, наверное, замучаемся, да? Папа, ты да. На какую сделал штучку? На 7, что ли? Ну, это не... я на 8 минут поставил. А мощность максимальная. Мыло. О, появился. Появился запах мыла, да, по-моему? Запахло мылом. Запахло весной. Давай посмотрим. Да тихо ты, какой смотреть-то. Я боюсь останавливать ее, потому что вдруг опыт сорвется, блин. Так хочется посмотреть, что там происходит. Ну, блин, где бы найти дверь прозрачную микроволновку? Так, что-то там вот виднеется. Блин, по-моему, там черное мыло растаяло, Ванюха. Расплылось. Фу, какой-то гадостью запахло. Давайте смотреть. Давайте посмотрим, что получается. Да, смотри, каша какая-то. И хлебка. Хлеб? Ага. Это знаешь, как называется? Братишка, я тебе покушать принес. Как свечка. Как свечка такая же, субстанция. В общем, ребята, ситуация такая. Вот сейчас вы на экране видите картинку, да? Я рассчитывал, что результат будет такой. Должно было получиться облако из мыла. Но либо у меня микроволновка сильно греет, либо мыло у нас некачественное, да? Склоняюсь к тому, что, наверное, все-таки мыло некачественное. Вонище жуткое стоит в квартире. Коллега, что скажете по итогам эксперимента? Мылом пахнет. Мылом пахнет, да? Мама наругает нас? Нет, она тебя только наругает. А тебя нет? Ну ладно, я возьму всю вину на себя. Ну что, эксперимент не удался. Ждите новое видео. Пока. Пока.